Чемпионат России по мотоболу 2023 года перешел экватор. Впереди у «Металлурга» самые ответственные матчи. А пока игроки восстанавливаются после серии выездных игр. Две встречи прошли в Краснодарском крае. В станице Полтавская с местной командой «Кировец». Она закончилась со счетом 13-1 в пользу видновчан. И в Кирпильской с агрокомплексом. Это сражение далось нелегко. Погода сыграла свою роль. Ливень, жара и влажность. Соревноваться в такой обстановке непросто. Кирпиляк поле тяжелое, оно в принципе тяжелое, как бы, а еще когда дождь, как бы, добавляет этого всего. Ну, это во-первых. Во-вторых, ребята выехали, настроились на нас, хотели, может быть, как минимум ничью, с нами ничью сыграть. Для них бы это был уже хороший результат. Но за 4 или там за 3 минуты до конца мы реализовали свой 16-метровый удар и повели в счете. В матче с агрокомплексом спаса Анатолия Касьянова решающий гол забил капитан команды Иван Криштопа, поставив решающую точку в вопросе о лидерстве «Металлурга». Игра закончилась со счетом 2-1. Однако итогом сами спортсмены мало довольны. К результату относятся критично. Нужно ошибки искать в себе, они действительно были. Будем смотреть, разбираться, конечно, эти ошибки будем убирать, потому что у нас впереди серьезнейшие игры и стоят, особенно весь сентябрь месяц. Ну и в конце августа две игры с «Колосом», поэтому будем готовиться, да. А в ближайшую субботу, 15 июля, «Металлург» сыграет на домашнем поле. Спортсменам предстоит встретиться с командой «Ковровец» из Владимирской области. Матч состоится в 17:00. Это радует, что в этом году всплеск интереса к мотоболу, к команде «Металлург», и трибуны, как правило, у нас практически все время полные. Поэтому будьте добры, приходите. С «Ковровым» игры всегда были интересными. Мне как бы это было вообще игры, которые решали звание чемпиона Советского Союза, чемпиона России. Поэтому «Ковров» все-таки остается в силе. Сейчас он претендует на третье-четвертое место. И я думаю, они будут бороться очень активно. И потом приходите. Ребятам будет очень приятно, когда будут за них болеть. В рамках двукругового турнира «Металлургу» предстоит сыграть еще 4 матча, после чего последует серия плей-офф. Можно сказать, начинается горячая пора чемпионата России по мотоболу. Юлия Погосян, Александр Логинов, «Видное ТВ».